Добрый день, дорогие коллеги, дорогие и организаторы. Прежде всего, искренне рад тому, что представляю Монголию на международном форуме «Культурное наследие Узбекистана. Фундамент нового возрождения», который является крупнейшим научным проектом мирового значения. Настоящий проект играет большую роль в исследовании знаний и популяризации центральной азиатской цивилизации с богатым древнейшим наследием, которое хранится во многих странах мира. Известно, что цивилизация Центральной Азии не принадлежит только этому региону, а наоборот представляет собой значительную часть мирового цивилизации. И с точки зрения реализуемый вами научный проект исключительно важен для знакомства с историей и культурой огромного пространства, обширных степей и хозяев кочевых народов. История монголов также связана с этим регионом на протяжении тысячелетий. Среди богатых памятников, обнаруженных на территории Монголии, имеется множество интересных находков, свидетельствующих об обширных связях с данным регионом и местом. История империи гуннов, тюркского и угурского каганатов и монгольской империи неразрывно связаны с историей Центральной Азии. Именно этому в рамках данного проекта мы совместно с узбекскими коллегами уже 2 года работаем над трудом историко-культурной памятники Средней и Центральной Азии на территории Монголии. И памятники, связанные с Монгольской империей и Узбекистаном. Мы глубоко надеемся, что наша совместная работа покажет, насколько широкими и многообразными были культурные контакты на этой обширной территории от Самарканда до Каракорума. При этом приятно отметить, что осуществление проекта является очень хорошим примером для других стран мира. К примеру, в Монголии с 2017 года под моим руководством началась работа по созданию 20 томов изданных монгольского наследия в мире. И пользуясь случаем, позвольте преподнести вам некоторые труды на этой серии. Сейчас уже 19 том издавали в Монголии. В конце также хочу сказать, что у нас, у ученых многих стран, есть широкие возможности для совместной работы и плодотворного сотрудничества в области исследований истории и культуры Центральной Азии. Желаю больших успехов вам и вашим работе и конференции. Большое спасибо.